Параметр include subsections, компонент Bittrex News, может создавать дополнительную нагрузку на базу данных. По умолчанию этот параметр включен, и тем самым создается запрос в базу данных, который будет считать количество элементов не только в выбранной секции, но и во всех подсекциях для выбранного раздела. Если такой функционал не нужен, то рекомендуется отключить этот параметр, поставив ему значение n. Этот параметр может применяться для построения меню каталога с указанием количества внутренних элементов для каждой секции. В этом случае такой функционал обязательно следует кэшировать. Дополнительно можно вынести подсчет этих элементов на агенты или крон.